Здравствуйте, мои дорогие, и сегодня экспромтом я решила снять вот такой вот макияж, и как по итогу он получился, я посмотрела на него и думаю, ну как-то получилось даже в меру сексуально, что-то в этом роде, ну по моему мнению. Я надеюсь, вам понравится этот макияж, вы сможете его повторить. Поехали! The same thing too. I wanna stay forever. We could be good together. Guess mystery loves company. Better too late than never. You know we could do better. So take a chance and run with me. Everywhere we go, we turn to paradise. All I know is that I need you in my life. Let me show you how. Ну вот такой вот у нас получился макияж. Мне кажется, он достаточно простой и достаточно
сексуальный, если так можно сказать, потому что такое слегка тауповое затемнение складки века и подчеркнутая линия роста ресниц с черными тенями, она как-то создает такой естественный, в то же время сексуальный взгляд. Мне кажется, вот как-то так. Я на себя сейчас смотрю, и в целом он мне очень нравится, хотя я, в принципе, редко такое делаю, теперь буду, наверное, чаще делать. Даже обошлись практически без стрелок, по крайней мере, без подводки. Это все. Всем спасибо за внимание. Я надеюсь, вы сможете повторить этот макияж и будете неотразимыми. Все. Пока-пока.